Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Алексплей, это видео по игре Стикродрайвинг. Сегодня я немного поработаю на каблучке ИЖ-2717. Данную модификацию взял из мастерской Стима, вот поэтому там вы ее сможете найти. В общем-то, как-то так вот у нас это все дело смотрится. Какие-то у нас покрышки уже потертые, уже и изношенные почти все. Так, давайте-ка сядем уже. И включим наши перевозки. Кстати, а система пассажирских, да, не подходит. Ну, я так и думал. Перевозки, грузовые перевозки. Новый район, по-моему, у нас, да? Да, но у нас новый район. Начинаем работу. Так, у нас здесь текстурки, видим, немножечко играют. Вот, видите, да? Немножко у нас текстурки играют. Так, первый заказ уже есть, 800 метров. Далековато, ну ладно, давайте. Просто вот некоторые люди вот, писали мне, что вот, да ты что, 800 метров, ты что? А понимаете, ребят, пока доедешь, пока то, пока сё. Как бы надо ж так рассчитать, чтобы хотя бы 2-3 перевозки можно было сделать. А если я возьму на расстояние 5 километров, допустим, да? Вот, а и видоса не хватит. Ну, как бы вы понимаете, да? Ну, я образно говорю, что как раз на один, ну, одна перевозка на один видос, ну, то есть вот так вот. То есть я говорю, что вот как раз до километра еще более-менее, вот, едем еще за клиентом, да, получается, за грузом, до километра. То есть это еще более-менее нормально. Вот, ну и, соответственно, желательно тоже бы хотелось... Тоже успели, ну ладно, фиг с ним. Так, здесь у нас текстурка играет на этом самом. Я, кстати, не знаю, почему, блин. Вроде из мастерской Стима взял. Хрен его знает. Не, ну, в принципе, едет все нормально. Вот это вот, конечно, текстурка в глаза кидается, блин. Это единственное, что не нравится мне. Блин, ну куда ты лезешь-то, а? Ну, ты тебе еще дом. Вот такой. Блин, что-то хотел сказать и забыл. Блин, я ж на минималку его поставил. Че оно, блин, взяло и перестроилось прям. Прям на меня. Поняли, да? А, я хотел сказать, что я так ненавижу тот... ну, то круговое движение вообще, блин. Тот перекресток, если его можно так назвать. Самый такой, блин, в сити-кардрайвинге. Не знаю, блин. Недоработанный чуть-чуть. Ну как недоработанный? Там, блин, просто эти кусты неудобно вообще смотреть. Там ты смотришь, чтобы посмотреть, едет там кто-то или нет. Вот. А там кусты. А там просто кусты. А, слушайте, может надо было чуть-чуть подвинуться? А, не, видите, текстурка все равно играет. Так, ну у чувака здесь три ящика, в принципе. Ну, я думаю, ну, влезет нам как раз. Ну загружай же ты, ну что ж ты стоишь? О, наконец-то. Так, документацию всю необходимую мне дал. Что мы везем? Так, везем мы колу. Неплохо. Везем мы колу в тех ящиках. Странно как-то, ну ладно, поехали. Мне-то все равно, что перевозить. Смотрю, что бабки заплатили и все. Так. Ага. Там, конечно, какой-то странный, блин. Сделанный. Ну, вы поняли, кто сделан. А, там развернуться просто надо. Я понял. Блин, вот вообще под ну, вы поняли, да? Так по непонятке все сделали. Вот это вот. Ну, проезжай же ты, давай. Такое. Тише. Вот видите, да, вот нам надо вот в то кирпичное здание, ну чтобы блин, ну прими ты груз там уже, блин, вот чуть-чуть там, блин, вон чувачок стоит, видите, да, нам нужно ехать аж туда и разворачиваться. Так, подождите, а почему я могу здесь не схитрить, а? Я, в принципе, знаю, что здесь как бы нельзя, но все же, блин.
Ну что ты стал-то есть уже, ну ё-моё. А что, заглох? Нормально вообще, да? Вот это, конечно, да. А я развернусь. И мне плевать. Ну, блин, пока никого нету. Чё я не могу развернуться? Могу развернуться. Хочу, разворачиваюсь. Так же быстрее. Ну что, принимай свою колу или что ты там принимаешь? Да ты, ё-моё, заколебали вы уже. Что же вы все такие непонятные? Ну, чувак, принимай свой товар уже. О, пошло. Давай. Отлично, 6 единиц рейтинга. Ну, в принципе, у нас, блин, короткий какой рейс. Из соседнего двора в соседний, ну, из двора во двор пригнали колу только и все. Блин, я опять заглох, это что ж такое? Выжил сцепление вроде бы. Ладно, окей, хорошо. Так, ну что, давай, какой-то следующий маршрут. Куда мне ехать-то? Ехать аж непонятно куда, блин. Да езжай давай, ну что ж ты, блин, трешься так, а елки-палки. Ай, сколебали уже. Ну шо, куда там ехать? Опять где-то разворачиваться, да, блин, заколебали уже. Но там хотя бы рядом показывает. Тише. Не, ну хороший такой кабачок, слушайте, вот, да, вот для каких-то РПшек, да. Ну, блин, это текстурка. Ах, кстати, что там написано, не могу понять. Там, блин, что написано, ничего не могу понять, что написано. Что даже написано? Видите, как она играет, блин, вот вообще. Кстати, там уже текстуры не играют. Не, ну все идеально, кроме этой текстуры. Ну ладно, если закрыть на это глаза, да. Ну она, в принципе, не особо-то глаза не кидается. Ну что же вы все делаете сегодня, а, со мной? Издеваетесь прям. Ты чего, чувак? А? Ну, блин, дать бы тебе выйти из машины и понадавать бы тебе. Я же еду, куда ты перестраиваешься? Ты хоть бы аварийку врубил бы или что. Ты, блин. А, ты ёлки. 250 метров. Где же там разворачиваюсь? Эти вот такие вот развороты ненавижу, когда вот такие вот проспекты, и где-то разворачиваться надо, и как-то криво сижу. Вон чувак стоит, ждет нас. У нас здесь двойная сплошная, а я еще понимаю, хорошо. Ну, надо тут протянуть 100 метров до перекрестка. Такое дело уже. Ух ты! Да ё-моё! Нет, я же спокойно на это реагирую. Блин, хотя значения у меня стоят реально на минималках. Я не знаю, блин, что там за значения такие. Но они бегают и бегают. Заколебали, ну что же вы? Всем тяжело, что ли, или что? Ну, я ж назад сдаю. Ну, загружай. Загружай. Все, есть. Быстро как-то загрузил. Так, ой, ну вы просто посмотрите на этот маршрут. Боже, какие здесь маршруты конченые в этом новом районе? Вот поэтому я не люблю здесь перевозки. Посмотрите, вот в таких дворах тягаться. Смотри, едем сюда, разворачиваемся, потом сюда, потом опять сюда. Ну, такое, конечно. Ладно, поехали, хорошо. А почему я не могу тут повернуть? Кстати, а, там что, нет выезда, что ли? Блин, вот поэтому я и из-за этого тоже не люблю. Что непонятно, где куда разворачиваться. На кольце. А, ну да, там мы не выйдем никак.
Там мы не выедем. Там вообще дорог нет, не пересекаются. Почему так? Блин, там автобус едет. Ладно, хер с ним. Он пока доедет. Ну, не тормози, не тормози. Ну давай же ты едь быстрее. Куда ты вылазишь? Тебе уступить дорогу. Ладно. Может, в России правила другие? Не, ну хороший каблучок, что вам хочу сказать. Светофор не работает здесь. Капец, вот просто реально оно рядом, и нужно ехать, крутиться, вертеться, блин, а поворотов кучу делать. Ух ты, ёшкин ты кот. Офигеть, блин, а я думал, что во двор куда-то заезжать не надо, а этот чувак тут стоит. Ах ты гандрилус. Вот ты гад. Так, подождите, надо же как-то. Ты ж надо. Я угробил груз. Блин, я думал, он во дворе, а он прям тут стоит. Имеет сильное повреждение, за вас снимается 4 рейтинга, блин. Пипец. Ладно, берем третий груз какой-то. Ну, поехали уже отсюда. 1,3 километра. Вы что, с ума сошли? Не-не, спасибо. Давайте другое что-то. Другое. Мне другое надо. 1,3 это очень много. Я такие не беру. Минимум, ну, и в смысле максимум. Максимум 800-900 метров. Километр 300 это вообще зашквар. 1,2. Да вы что, с ума сошли, что ли? Слушайте, я ж в новом районе, правильно? Правильно. Че меня не гоняют? Деловый район, что ли? Слушайте, и вправду, блин. Может, и вправду. Это ж не как пассажирские перевозки. Блин, не знаю, куда мне ехать сейчас надо. Блин, сейчас груз будет какой-то. В смысле, маршрут. 200 метров, куда ехать-то надо? Ой, как мне повезло. Ой, как мне повезло, блин. Кстати, опять то же самое место, да? А? Че, опять что-то перевести надо, блин? Я думаю, что я разбил вам груз, и вам услуги мои больше не нужны. Смотрите, крутиться, вертеться, смотрите, сюда, потом сюда, блин, офигеть. Даже у меня такого нет. Что это за дворы тут такие? Смотрите, как нужно крутиться, вертеться, блин. А, прямо, я не знаю, там тупик вроде какой-то. Чё оно фризит-то? Не понимаю. Никого. Где этот чувачок стоит? Блин, опять это то же самое, опять то же самое место. Ну что ж ты будешь делать, а? И опять им что-то не нравится. Ну. Давай, грузи. Что-то у нас по документации. Посуда. Вот только мне этого еще не хватало. Так, километр. А куда же ехать-то точнее? О, ну здесь прям идеальный маршрут. Здесь прям то идеалка просто. Так, а давайте-ка, наверное... А никак. Давайте я лучше по маршруту буду ехать. А то я сейчас поеду, блин, через эти дворы. И посуда вся будет... Вы понимаете, в каком состоянии. Так, километр ехать. Километр, километр. Ну да, блин, там прямая дорога, ё-моё. Вот такие я маршруты люблю. Такие я люблю маршруты. Запутаться легко здесь. Как, прям как лабиринты, знаете. Еще и развернуться надо здесь. Что, подождем, пока они все проедут, потом уже
под красный поеду. Ух ты, блин, тут столб. Куда он взялся? Чуть не рассчитал, блин. Жизнь заглох, блин. Это же надо, блин. Да елки-палки. Сюда. Так, аккуратно с грузом, потому что сейчас мы его еще и побьем, будет вообще очень весело. Так. Никого нету, отлично. Блин. Ебань. Ну что ты делаешь? Ах ты свинья такая. Ах ты ж падла такое. Ах ты гад. Какого хрена ты затормозил? Блин, ну это вообще, ну это просто, ну я не знаю, как это объяснить. Блин, половину просто вот так вот минус из этого козла. Я тебе, блин, сейчас бы показал, как надо ездить. Чё ты стоишь на Мерсе, тупишь, блин, тупая, блин. Ребята, за такое я не знаю, блин, что с такими надо делать. У него Мерс, блин, у него Мерс, он тупо едет и тормозит, ему, что ему так хочется. Там впереди никого не было, блин, чё он затормозил? До перекрестка еще этого кольцо ехать и ехать. Да, ну что это такое, мне сейчас опять снимут рейтинг. Хотя, в принципе, я не так его разбил сильно. На пару полосок здесь больше, чем в прошлый раз. Ну, блин, все равно неприятно. Да ну, блин, это адство какое-то просто. Все-то хорошо было. Кстати, в этом месте я очень редко бываю. Вот именно на этом перекрестке. Короче, опять мы посуду разбили. Что ж ты будешь делать? Ну, здесь вообще простенько. Здесь никого нету. Блин, во второй раз уже подряд я привожу вам разбитый груз. Полуразбитый, возможно, да? Там еще хоть что-то сохранилось. Давай. Да давай уже. Тебе под пару сантиметров надо. Ну что, сколько снимете? Снимается 6 единиц. Нормально. В прошлый раз было поменьше. Ну, в прошлый раз было намного больше урона. С меня 4. В этот раз поменьше урона, но с меня сняли 6 единиц рейтинга. Да ну вы чё, ребят? Это так нечестно. Ай, блин, короче, надо заканчивать, потому что это реально дичь какая-то. Слушайте, я только в минус ушел. Я сделал 3 перевозки, и я 70, сколько у меня было? 76, по-моему, да, или что? Я даже не знаю, сколько у меня было. 10, что ли? 10 сняли единиц рейтинга. Сколько же у меня было? 76, наверное, да? 76 плюс 6, 82. 82, да, 76 было у меня. 76, то есть 4, в 4 я ушел в минус, блин. Капец. Да все, заканчиваю. Ах, ладно, ребят, все, что-то мне на этом каблучке не повезло. Все из-за Мерса, блин, это вот, блин, паршиво. Какого фига он тормозил просто все. Все, или я просто чего-то не увидел, или что. Ну, просто реально до кольцевого движения еще там метров 100 с чем-то оставалось. Что он затормозил, непонятно. Неадекват, блин. Если бы не он, все было четко. Я это 100% говорю вам. В общем, все, ребят. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал. Всем спасибо за просмотр. И всем давайте счастья, здоровья, удачи. И всем давайте пока. Увидимся.